Добрый день! Данный ролик записан специально для repetit.ru. Меня зовут Оксана Павловна, я окончила Московский педагогический государственный университет имени Ленина, химический факультет, по специальности учитель химии, педагог-психолог. Репетиторством я занимаюсь уже 14 лет, 8 лет преподавала в школе. Занятия провожу обычно дистанционно, с онлайн-доской, но возможны занятия и у меня дома. Я готовлю к основным экзаменам ГИА, ЕГЭ, сопровождаю по программе, учу решать задачки, помогаю студентам младших курсов вузов. Мой главный контингент учеников – это те, которым надо объяснить четко, понятно, как решаются задачи. Моя цель – самостоятельное решение учащимся сложной задачи. Мои методы дедукции и индукции. Подход люблю индивидуальный. Я достаточно строгий педагог, потому как считаю, что закрепление материала в виде прилежного выполнения домашнего задания – залог успешной сдачи любого экзамена.